Электрический чайник в стиле барокко, емкостью 1,7 литра. Сегодня знакомимся с электрическим чайником от компании Hyundai, модель HYK S4500. В коробке лежит сам чайник, подставка, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Модель выполнена в стиле барокко и окрашена в жемчужный цвет с перламутровым покрытием и золотистыми элементами. Корпус сделан из долговечной нержавеющей стали, а подставка и крышка из пластика. Крышка полностью съемная, что облегчает мытье и очистку от накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Под ручкой находится кнопка включения со световым индикатором работы. Объем чайника 1 литр 700 мл подойдет для большой семьи или компании. На корпусе есть окошко с мерной шкалой, но оно расположено параллельно ручке, что может быть неудобно для некоторых пользователей. Мощность чайника в 2200 Вт отвечает за быстрое кипячение воды. Круглая форма носика позволяет наливать воду в чашку без расплескивания и брызг. В основании носика установлен съемный нейлоновый фильтр от накипи. Чайник вращается на подставке на 360 градусов. Шнур питания можно хранить в специальном отсеке в подставке. Что касается безопасности, прибор автоматически отключается, когда вода закипает или чайник снимают с подставки. Если в чайнике нет воды или ее недостаточно, автоматическая защита от перегрева отключит питание. Подытожим. Электрический чайник Hyundai HYK S4500 понравится любителям вещей в винтажном стиле и станет хорошим вариантом для дома, дачи или офиса. Благодаря мощности 2200 Вт устройство быстро вскипятит 1,7 литра воды.